Привет, друзья, товарищи, френды и недруги, не товарищи, вам тоже привет! Вы на канале Mobile Gameplay. Наконец-то появились долгожданные новости по поводу долгожданного обновления 2.3 в игрушке Injustice 2 Mobile. После сегодняшнего тизера в официальном твиттер-аккаунте разработчиков, игровое комьюнити Injustice 2 Mobile вовсю пестрит информация о том, что нас наконец-то в мобильной версии будет ожидать релиз персонажа «Красный колпак». Но будет ли это на самом деле или нет, мы пока что не знаем. А для того, чтобы развеять все наши догадки, разработчики проводят 16 мая, то есть завтра в 23:00 по МСК, стрим. Будут показывать первый взгляд по обновлению 2.3 в игре Injustice 2 Mobile. Естественно, я буду вести прямую трансляцию стрима на своем канале, на который я вас радушно, как всегда, приглашаю. Будем вместе с вами в прямом эфире обсуждать и смотреть, что же нового интересного разработчики подготовили для нас к годовщине этой игры. Ну и в конце своего видео я хочу вас попросить о том, чтобы вы не верили, не доверяли слухам и сплетням, которые ходят вокруг обновления, потому что никто, кроме разработчиков, не знает, что же на самом деле в нем будет. Поэтому давайте все вместе придем на стрим и посмотрим своими глазками и послушаем своими ушками, что же на самом деле будет нас ожидать в обновлении 2.3. Ну а вы были на канале Mobile Gameplay, не забывайте подписываться на мой канал, потому что завтра нас ожидает стрим, и чтобы его не пропустить, не забывайте нажимать на звоночек. Пока-пока, друзья, до новых встреч!